Всем привет! Вы на канале Давид ТВ. Вы на канале Давид ТВ. Сегодня у нас Спайдермен Лигу. У нас набор Спайдермена, да? Да, и тут есть Люкса. Да, давай покажем? Да. А ну давай посмотрим. У нас такой шикарный набор Спайдермена. И машинка входит в этот набор. Да, еще вон, смотри, сам человечек Спайдермен. Такой он. Чух! И выпускает паутину. Да. И злой. Да. Один злой человечек там, а другой добрый, да? Да. Ну что, будем распаковывать? Да! Давай, открываем. Открывай. Вау! Спайдермен! Кап! Да, Давид, все будем собирать. Там много мелких деталей, да? О! Паутина! И паутина-то! А ну, давай! Да. Так. Смотри, там еще у нас машинка. Машинка. А тут у нас инструкция. Да, инструкция, как мы все это будем собирать. У нас в результате получится вот такая машинка. И вот такой... Огонь! Огонь там тоже есть. Да. Ну что, давай начинаем собирать? Да. Сначала нам нужно собрать человечка. Смотри, вот тебе инструкция. Открываем все. Так. Давай. Вытаскивайся. О, сколько много мелких деталей. Супер. Класс. Почти собрали все. Ну что, молодец, давай покажем, что ты сделал. Давид уже прикрепил крылья. Да, вот такие у нас тут огонь. Так у нас с такой скоростью у нас летит Спайдермен, Человек-паук, что аж огонь у него извергается из машины, да? Класс. И крылья, она что, еще летать умеет, что ли? А? Она еще и летать умеет? Обалдеть можно. Да. Ну что, давай собирать дальше. И мост вот так. А крылья могут складываться, когда она не летит, да? Вообще. Фантастика. Фантастика. Ну, круто. Давай дальше. Давай дальше собирать с тобой. Сейчас вот так. Ой, это что такое? Я думаю, вот так. Думала, вот так? О, идусь. Да? А тут смотри, где у нас от... Человечек, у него головы нет. А, у него ничего на голове нет, точнее, не шляпа. Только вот так. Смотри, в руку ему вставляй вот это. Это его оружие. Вставляем в руку. Поймал. О-о, поймал машину, что ли? Да. Ну давай до конца соберем, а потом будем играть. Смотри, теперь тебе нужно собрать... Вот, Посветилос! Кукма! Вау! Да, пришел папа! Супер! Так, Спайдермен уже у нас сидит в машине своей классной. И отсюда усапа. Так, смотри, осталось у тебя вот это нужно собрать. Посмотри, где у нас вот этот злой человечек, он у нас... Да?
Откуда-то у нас он вышел. Что это такое, я не знаю. Ну, похоже на какой-то столб, что ли. Да, давай, вот это. Его платформу сделаем. Это совсем легко. Смотри, нужно кубики. Тук-тук-тук. Один на другой и сделать башню. А ну, давай. Да, вот тут. Это туда нужно прикреплять? Да, да, надо цинки. А так ты смотри на инструкцию. Надо цинки. А ты на инструкцию смотри, и куда это? Это вот тут. Да, вот, вот сюда нужно вставлять, правильно. Я кляв. Да, да, Давид прав. Вот Давид делает вот этот бампер. Так. Да, супер, получилось? Угу. Можно я покажу зрителям? Вот, какая у нас крутая машинка со Спайдерменом получилась. Обалдеть. А это уже основание. Смотри, это к машинке не относится. Это вот этот человечек будет стоять на этой платформе. Да? Давай собирать. Давид там разбирается, что-то он неправильно сделал. И сейчас снова. Ой. Так, все, разобрались мы, как это делать. А я пока он, пока Давид собирает, я вам покажу Спайдермена и вот этого злобного человека. Он на него кинул паутину. А тот попался в сети. Вот такое у нас настоящее сражение тут между... Да? Какой злобный он у нас. Смотри, как он так злобно смотрит. А Спайдермен не боится. Он не никого не боится. Сейчас спасет всех на свете. На него паутину. И его вот так берет и захватывает. Так. А, можно еще к машине прикреплять ее. Точно, Давид. Ты молодец. Так, сажай Спайдермена в машину. Ну что, набор готов? Да? Тут такой поджидает его злой. Спайдермен едет. Да. И бросает на него паутину. Атака! Атака. Шу. Бросил на него паутину. Поймал его в свои сети. Так тебе и надо. И уехал. Туф. Все. Утащил его. Да? Супер. Ставим лайк. И подписывайтесь. Пока-пока. Пока-пока. А мы будем играть дальше. И уехал. Уехал Спайдермен. Да, и полетел. У него же летающая машина. Видос. Он вот так. Ой.